Добрый день, очередной выпуск передачи «Открытая политика права». И сегодня поговорим о том, что в себе таит, какие опасности, вызов на допрос к следователю, ну или к оперативнику. У нас всех называют следователями, поэтому будем называть допрос к следователю. В интернете очень много видео и текстов на тему того, как надо себя вести, что в себе таит опасность. Много рекомендаций, но эти рекомендации где-то ошибочные, где-то верные, но я не заметил очень важных вещей, которые необходимо знать любому человеку, которого вызвали на допрос в качестве свидетеля. Есть рекомендации относительно грамотные, они заключаются в том, что стараться надо всегда приходить на допрос там, с адвокатом, с представителем. Есть достаточно такие дилетантские. Говорится о том, что смотреть надо в глаза следователю, не бояться каких-то ухищрений, понимать, что могут быть дешевые приемы манипуляции, типа того, что следователь при вас там позвонил в конвойную службу и попросил приехать конвойную машину там и так далее, или подойдет к окну со своим комментарием о том, что что-то долго едет наша каталажка там и так далее. В общем, все эти советы относительно того, что как надо себя вести, за исключением адвоката, да, являются достаточно неверными, рассчитаны на неосведомленную публику, на неискушенную. Я бы хотел рассказать сегодня о том, о главном правиле, которого надо придерживаться, если вас пригласили на допрос. Ну, прежде всего, нужно определиться. Каждый, наверное, будет понимать, чем обусловлен вызов, то есть какими-то либо его действиями, то есть касается либо его каких-то действий, решений, да, либо человека вызывают для допроса действительно в качестве свидетеля, а именно в связи с тем, что человек стал очевидцем каких-либо событий. Сразу скажу вот относительно совета по поводу того, что везде надо приходить с адвокатом, и это вроде как панацея от любых проблем. Я абсолютно не согласен по одной простой причине. Дело в том, что, как правило, к адвокату человек, которого вызвали на допрос к свидетелю, обращается в срочном порядке, вызвали на обед, допустим, на послеобеденное время, с утра человек нашел адвоката, сообщил ему о том, что его вызывают, заключили соглашение, оплатил, пошел адвокат на допрос. Но в более-менее сложных ситуациях адвокат не сможет сориентироваться относительно сути ситуации, и он может даже не понять, что вообще можно говорить, а что нельзя, и какие нюансы могут быть губительными для его доверителя. Ну, у нас еще также обращаются к адвокатам в связи с тем, чтобы исключить какое-либо давление на человека. Но скажу так, что прошли те времена, когда свидетелей, вообще людей давили, откровенно пугали в органах, да, там применяли насилие. Это, в общем, достаточно уже редкий случай. А способ злоупотребления достаточно простой, и чтобы от него защититься, надо понимать следующее. Никто давно не давит и не пугает людей в органах, но опять же за редкими исключениями. Следователь просто пишет в протоколе допроса, что хочет. А человек у нас, к сожалению, устроен так, он, попадая в помещение следственных органов, правоохранительных органов, испытывает внутреннее стеснение, неудобство, ему некомфортно, ему побыстрее бы уйти из этого здания, и вот тогда он почувствует облегчение. И люди у нас 9 случаев из 10 просто не читают того, что подписывают. Они могут не наговорить ничего глупого, ничего неверного, они просто не прочитают потом протокол допроса. И здесь ухищрение следователя заключается в том, или оперативника, что он создает видимость комфортной обстановки, никакого давления, наоборот, дружеское отношение. Человек таким образом вводится в заблуждение относительно вообще намерений работника правоохранительных органов. Дает вроде бы нормальные показания, либо объяснения, если это еще без уголовного дела, однако не читает протокол допроса, где может быть написано все, что угодно, но особенно тут надо понимать, что могут быть искажены какие-то детали, вплоть просто до того, что, как все понимаем, запятая будет поставлена не в том месте. А потом в суде люди падают в обморок после того, как оглашаются их показания. Выясняется, что они оболгали своего родственника, коллегу по работе, друга и так далее. Поэтому главный и самый важный совет, если вас вызвали на
допрос в качестве свидетеля, прочитать протокол и удостовериться в том, что все написано верно. Если написано неверно, попросить это исправить. Если следователь, несмотря на ваше устное замечание, распечатал протокол в том виде, в котором он его сделал, рукописным путем написать замечание уже в самом протоколе допроса. Вот такой универсальный совет всем, кого вызывают на допрос в качестве свидетеля. Это, конечно, не касается той ситуации, если вас вызвали на допрос и интересуют вопросы, начинают касаться вашего участия в определенных событиях. Если же вопросы касаются вашего участия, а вы заранее либо это понимали, либо не понимали, то здесь, к сожалению, универсального совета дать невозможно, потому что кто-то умеет действовать по ситуации, оценивать ее, кто-то не умеет. Поэтому здесь, если вопросы касаются вашего участия, вы можете отказаться от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции. Как это все сделать правильно, оформить, и должен помочь адвокат, который придет с вами. Ну а если такового нет, то уж придется вам правильное решение принять самому. Подытоживая сказанное, еще раз обращу внимание, что самое важное – читать протокол допроса. Если там есть откровенные, да хоть какие искажения, то требовать их исправления. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши социальные сети, и вы будете всегда в курсе новостей юриспруденции и того, как надо защищаться в самых сложных юридических ситуациях.